в известной песне поется. День рождения – это грустный праздник. Но фитнес-студия «Роксана» готова доказать обратное. В этом году исполняется 5 лет, и тренеры и ученики устроили большой праздник, чтобы снова доказать всему Кургану, что быть здоровым и спортивным – это модно. Мы пойдем посмотрим. Таинственный восточный танец, страстный фламенко, невероятно женственная стрип-пластика и многое другое. Все это отчетный концерт фитнес-студии «Роксана» в культурном центре «Современник». Программа рассчитана на 2 часа, 2 блока, всего 24 номера. Мы это сократили еще. Мы представляем наши все направления сегодня, от танца живота до пол-дэнс. Принимают участие все дети, и взрослые, все, кто у нас занимается и захотел принять участие. Желающих выступить на очередном отчетном концерте было хоть отбавляй. И это неудивительно. За 5 лет работы в Кургане фитнес-студия «Роксана» завоевала большую популярность. Она охватывает более 20 направлений, и нам не хватит эфирного времени, чтобы рассказать про каждое. Двухчасовая программа прошла на одном дыхании, и пока одни блистали на сцене, я решил заглянуть за кулисы. Нетрудно догадаться, что мною были обнаружены там множество красивых девушек в ярких костюмах. Постоянный гул, обсуждение номеров, а главное – дружелюбная, семейная атмосфера. А что еще нужно для большого юбилейного праздника фитнес-студии «Роксаны»? С вами был Миш Колесников, «Твой стиль». Будьте здоровы и спортивны. Всем пока!